Привет, подписчик. Давненько у нас не выходили ролики такого формата, но пришла весна, разъездов стало гораздо меньше, поэтому сегодня мы начнем репортаж из города Саке, и коляска Юва Б4. Коляска в прекрасном рабочем состоянии, коляска по сути уже продана. Вот, уедет она в город Анапа. По комплектации, как видите, самая простая. Нет ничего, но отличается простотой и надежностью. Того, чего нет, тому, как говорится, нечему ломаться. Отличная коляска, укомплектована литий-железофосфатом. Поедет покорять анапские просторы. Ну а я со своей стороны буду вести репортаж уже в процессе передвижения. Также в Анапе мы доставляем коляску и забираем девочку, которая переезжает с мамой, со своим сыном уже на постоянное проживание в город Саке. Как раз постараюсь взять интервью, что да как и почему. Намучилась она, конечно, наездилась по разным городам и приняла окончательное решение, что Саке лучший город на земле. Доброе утро, подписчик. Сегодня у нас поездка в Анапу. Нас провожает котенок Кефир. Сейчас будем загружать коляску. Колясочку проверили. Все колеса подкачали, прошили скорость. Теперь она 12-километровая, эта коляска. Ну и сейчас она пойдет приносить пользу, активности, ну и помогать жизненной, сложной жизненной ситуации в город Анапа. Ну а я с вами, как всегда, на этой машине сделаем это реальностью. Доброе утро. Это будет у нас промежуточная точка. Мы доставляем коляску, потом едем за девочкой, которая переезжает из Анапы в город Саке. Тоже очень интересная история, которую я, надеюсь, вам расскажу. И вот наша чудная Анапа. Двигаться нам осталось в районе 3 минут. Вот, ну и мы уже сейчас в ближайшее время будем подъезжать к дому нашего нового клиента. Кстати, в Анапе его кто-то меня порекомендовал. Ребята, кто это сделал, большой вам привет. Может быть, мне кто-нибудь чирикнет, я вас поблагодарю. Напишите в WhatsApp там. Или куда удобно. Большой курортный город. Здесь тоже живет очень много людей с инвалидностью, конкретно наших клиентов, с которыми мы не раз и достаточно успешно сотрудничали. Всех приветствую, друзья, кто смотрит из анапских. Большой вам большой привет.
смотрите, какие пандусы. Вообще прям класс. Ага, ку-ку. А вот и мы. Добрый день. Здравствуйте. Александр. Антон. Очень приятно, Антон. Взаимно. Ну, вот у вас 13-го года. Кстати, хорошая колясочка, вот была одна из самых таких, ну, удачных, да, в свое время. Ну да, мне нравилась, я на ней уже, наверное, около 5 лет езжу. Ну да, уже она прям... Она уже, вот у нее и подлокотники все, и колеса он слипает. Ну да, а так профилактические какие-то мероприятия можно же сделать, ну там, отремонтировать. У вас же тут в Анапе вроде бы есть какой-то нормальный сервис-центр. Я уже настроился на новую. А, ну так-то да. А с этой что будете делать? Да вот пока не знаю, вы не покупаете? Покупаю, ну мне для проката вполне, прямо для аренды вообще самые такие нормальные B400. Не, я так это. Да. Я чуть-чуть постою. О, окей. Это прекрасно, когда такая есть возможность. Это люльки нету, да, которая вверх. Ну, спинка механическая регулируется, механическая. Да. Не можно. Ну чего? Совершенно другое дело, чем на моей. Да? Ну конечно, чего. 12 чувствуется, да? Вот это низко, я уже спрашивал, его можно поднять, но тут надо переделывать конструкцию немножко. Немножко надо, да. Через бордюрте как проезжать? Нормально будет? Низкие эти. Низковатая посадка. Ну, посадку мы, смотрите, то есть. Ну, в общем-то, и все. Покидаем мы чудный город Анапу. Но не полностью. Сейчас мы заедем до Инны. А вон уже Антоха использует уже коляску, гоняет ее вовсю. Нравится скорость, нравится мягкость. Все ему нравится, все четко. Пока, Антоха. Ну все, друзья, я за Инной погнался.